Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Пришел тут в магазин, значит, открывается обновленный АТБ Маркет. Вот. Один из дешевых сетевых магазинов. Нельзя сказать, что там все хорошо. Например, хлеб я покупаю в других местах, так что это не реклама. Некоторые продукты покупаю тоже в других местах. Ну, в основном тарюсь тут, потому что удобно. Вот так все это происходит. Посмотрим. Осталось где-то около 2 минут. Конечно, первые 100 покупателей я не пропихнусь, но, по крайней мере, попробую. Сзади я еще везу с собой...